город Ахтау. Вот тут такое здание. Видно, что старое, советское еще. Здесь третий микрорайон. Сюда то ли второй, то ли какой. Ладно. Пройдемся до перекрестка. Человек с тачкой прошел. Вечереет. А, что-то вроде кафе. Гамфан. Каспий свет написано. Справа через дорогу третий микрорайон, а этот, ну, наверное, второй. Сейчас дойду до перекрестка, мне будет конкретно и ясно. Здесь указатели есть. Везде. В принципе, удобно. То есть достаточно удобно, и вот там на углу наверху вот маркировка дома. Вот видно 139, следующий 138 видно тут наверху. Вот Ахтау удобен именно этим, что маркировка наверху в верхней части дома на стене и большими такими цифрами. Нелегко так. Издалека можно увидеть, что за дом. Вот этим мне нравится. Так. Не вижу, что за микрорайон. Ну, везде кафе, бары. Но с другой стороны, понятно, это как приморский город. И получается, летом сюда должны приезжать массу людей, чтобы отдыхать на море. И потом в итоге они, конечно, будут ходить в кафе, бары и кушать там, пить горячительные напитки, в том числе спиртные, ну и все такое прочее. Можжевеловые деревья везде. Вот они мне очень нравятся, эти можжевеловые деревья, которые даже зимой создает такой вид, создают хороший, приятный.
Вот я иду и до сих пор не понял, по какому микрорайону. То ли, ну, справа понятно, что это третий, а вот этот то ли второй, то ли какой, я не знаю. Так до сих пор и не понял. Там видно, что третий. Так, третий указывает сюда. Вот на домах не написано, что это. Какой микрорайон. Так, сейчас дойду и будет видно. Да, я все это время шел по второму микрорайону. Дошел до угла. Так, в ту сторону четвертый, а вот за перекрестком третий. Пошел я по второму микрорайону. И на этом я вот этот свой видеоролик завершаю.